вспомнить историю, ну, тем более такую недавнюю и страшную, должен каждый. Ну, поздравляю всех ветеранов с этим таким прекрасным праздником. Желаем здоровья, счастья, людского внимания, любви, добра и всех-всех благ. А у вас в семье кто-то воевал? Вы знаете, вот так, чтобы вот я знала конкретно, да, вот нет, нет. Дедушка служил там когда-то, но он скорее был там где-то при, скажем, в войсках, но вот сам он не воевал. Уважаемые ветераны, поздравляем вас с 9 мая. Желаем вам успехов в дальнейшем. И еще очень много годов радостных пожить, чтобы все было хорошо. Чтобы вас никто не забывал. С праздником!